Сегодня 21 марта. 125 лет назад, 21 марта 1896 года, в жизни самарских улиц произошло знаменательное событие. Гласный Самарской городской думы Сергей Лавров внес на заседание думы предложение о введении в Самаре, подобно Петербургу, нумерации домов. 21 марта 1910 года в Самарском речном яхт-клубе состоялось организационное собрание отдела воздухоплавания. Был избран комитет отдела, рассмотрен его устав. Так в губернии начиналась собственная история воздухоплавания. Ежегодно 21 марта во всем мире отмечаются Всемирный день поэзии, Международный день кукольника и Международный день лесов, он же Всемирный день защиты лесов. В народном календаре сегодня весенний солнцеворот или вербоносица. К этому дню уже должна была распуститься верба. Ее ветки люди приносили в дом. Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть, бытовые неполадки, ссоры, болезни. А еще в этот день подмечали, если облака плывут по небу быстро и высоко, погода будет доброй. А если будет метель и снег ляжет на поля волнами, то это хорошему урожаю хлеба и овощей. Этими другими событиями и фактами вошел в историю 21 день марта. Всего вам самого наилучшего!